Вот и половил. Вот так и закончился мой день. Придется покупать новый. Мой любимый спиннинг отработал на меня 3 года. Вот так вот я и половил. В общем, пробовал я на цуребиты. Нет, ничего. Косодаку. Нет, ничего. В итоге брал на фирму Цуёки. Вот такого вот плана. Вот. Я думаю, видно. Вот. Ну, в общем, вот 3 рыбины. Это я поехал снять, посмотреть. В общем, короче, поломка. Ладно, всем пока.